Сегодня бутерброд с форелью, авокадо, жареным яйцом и томатами. Ребят, готовить очень просто, 5-10 минут. И по себестоимости одного бутерброда примерно 50-60 рублей. Это не очень большие деньги, так что пойдемте готовить вместе с нами. А ингредиенты с граммовками ждут вас в описании этого видео. Поехали! Режем хлеб. Отлично, вот такой максимально приятный кусочек. Мы отправляем куда? Правильно, жариться. Пойдем. Смотри, хлеб буду жарить без масла. Просто кидаю на сковородочку и делаю маленькую корочку, потому что оно потом пропитается оливковым маслом и авокадиками, и соком томата. Пока нас хлебушек жарится, у которого я убавлю немного температуру, а то он начнет гореть. Почистим авокадо. Надеюсь, авокадо... Да, нормально. Вот так вот поддеваете. И идете вдоль мякоти. И чистите авокадо. Но если бы он был чуть-чуть поспелее, было бы на самом деле попроще. Мы почистили авокадо, теперь нам надо немного томата порезать. Берем отличный нож Самура. Берем форель. Томаты нарезали, все видели? У нас сегодня форель покупная, соленая, слабой соли, заявлено. Ну, конечно, Мурманском пахнет. Наверное, там вылавливали, но не точно. Опача! А вот и косяк от производителя. А вот и косточки. Все, хана, а у меня пинцета с собой нету. Нарежем немного форели. Как бы нам ее нарезать? Нарежем ее, наверное, вот так. Красивым, тонкими пластами. Ой, да хорошо идет. Спасибо Диме за нож. Потому что мой нож тупой. А за это спасибо мне. Так, нам надо пожарить яйцо. У нас сегодня гламурные яйца. Обязательно не забудьте яйца помыть перед готовкой. Потому что всяких болячек еще никто не отменял. Как снимать-то? Если бы я был Хазбигом, то все было бы удобно. Что нам сделать? Добавить специй. И немного перца, смеси черный, красный, белый, зеленый. Собираем бутер. Зачем я постоянно вот так делаю? Я немного капну сюда нашего оливкового масла, чтобы чабаточка пропиталась этим вкусным вкусом. Теперь мне нужно взять немного руколы. Режем авокадика. Ну, все равно слегка не доспел, но режется мягко, ничего страшного. Выкладываем авокадика наше. Ну, резано, вкусно. Красота. Берем томат. Томат нам сегодня достался немножечко переспелый. Но ничего страшного. Выкладываем форель. Как это вкусно. И выкладываем яйцо. Оп. Ребят, у нас есть страничка в Boosty, и там очень много прикольных и эксклюзивных рецептов. Не забудьте на нее подписаться, ссылка в описании. А также у нас есть телеграм-канал. Если вы хотите задать какие-то интересные, любопытные для вас вопросы, как приготовить, вы можете подписаться, также ссылка в описании, и все задать нам там, мы обязательно вам ответим. А наш бутер готов. Сейчас мы будем это пробовать, а вам приятного аппетита. Даже вкусно.